Нашла. Она вышла, но очень тяжелая. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Аэру в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Аэры поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Аэру, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. А ей трудно вообще кивать. Она, у нее голова не двигается, бока, только глаза. Если она поворачивается, то все плечи, все, ей нужно повернуться. Она как в коробке, в конструкции в какой-то. Понятно. Она дает свое разрешение, она слышит? Да, она слышит, она дает. Она глазами показывает. Аэра, все уберем сейчас. Посмотри, пока конструкция стоит, что у нее там внизу спины. Я не знаю, у нее конструкция, она большая, как коробка, полностью закрывает. Хорошо. Сканер просканирует сейчас Аэру, отключи эту конструкцию вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, креплениями, выведи это все из биополя и, как выходит, отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. От не спины, у нее как раз крепления, они как два крана. Ну, там у нее как раз и болело больше всего. Сейчас она посмотрим. Выкручивает. Сканер выкручивает как... Болты? Как большие, да, краны такие из нее. Там резьба. Ой, кто-то сегодня получит по полной программе. Готов. Конструкция в клетке. Хорошо, так легче Аэра? На руки трет, смотрит на себя, трогает. Хорошо. Она говорит, я меньше и меньше уже могу двигаться. Это с мы этой еще... конструкцией. Сейчас все уберем. Все разберемся сейчас. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Аэры под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Аэры. Находит все. У нее демон. Демон. Хорошо. Джин. Есть. Синий. Синий джин. 44-12. Хорошо. А значит, у нее инсектоид. Синий дракон. Гуманоид. Вот. И еще арахноид. Гуманоид, арахноид. 6 интерферентов. Они поделили все. Каждый в своем тонком теле находится. Хорошо. Джин тоже находится в тонком теле в каком-то, да? Демон тоже находится в тонком теле. Демон в ногах внизу, джин вышли. Дальше идет инсектоид. Понятно. Синий дракон и гуманоид. Хорошо. Какой у нас демон? 12. Откуда гуманоид? Я с Сириуса. Ловец душ? И душ в том числе. Хорошо. Ты уже споймал сегодня свое счастье. Вот здесь ты и находишься. Сколько ты находишься в этом биополе, гуманоид Сириуса, со своей конструкцией? 12 лет плотно сижу. Контракт у тебя есть с Айрой? Нет. У кого есть контракт с Айрой? Ни у кого. Ни у кого. Кто из вас присутствует в квартире Айры в доме? Рахноид присутствует. Демон присутствует в бане. В бане он живет. Понятно. Территория. Понял, понял. На территории дома. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Подожди, джин присутствует в доме. И из синего дракона и тоже есть плата. Ах, вот как. Джин, ты какой-то активный, я не пойму. У тебя что есть? Какие-то договоренности на такие масштабные действия с Айрой? Или тебе законы мироздания вообще ни о чем не говорят? А что сразу джин? Джин недавно здесь. Сколько ты находишься в этом биополе, джин? 4 месяца. Хорошо, начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Айры спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Болезни. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сколько находился арахноид в этом биополе? 4 года. Сканер, пока идет реверс, проверь полноту души Айры на настоящий момент. 74. 74%. Гуманоид, ты отправлял уже копии? Отправлял. Сколько? 1. Хорошо. Какой у нас синий дракон? 22-40. Что ты здесь делаешь, 22-40, синий дракон? Подпитываюсь энергиями в доме, через нее обучаюсь. Воздействовал на нее? Не воздействовал, так как воздействия и так много. Смотрю, как душа в биологическом роботе пытается справиться с подселенцами, такими, как я. Энергии не брал, смотрел за развитием.
Ну и как тебе впечатление от того, как она может справиться? Ты стоишь в клетке тюрьмы, значит, она таки справилась? Именно так. Инсектоид, сколько ты находишься в этом биопуле и сколько у тебя инкубаторов? Два инкубатора. 5 лет как занял пространство. Понял. И демон 12-й. Сколько ты находишься в этом биополе? Демон выходит, заходит, знаком с ней 3 года. Как у нас с реверсом? Закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой и в порядке реверса Айра забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Айра себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в 50 раз. А ей от конструкции идет свет. И биоматериал вместе с душой. Хорошо. Айра, вы видите эту ситуацию, которая происходит? Да, видит. Вы понимаете, что гуманоид из Сириуса 12 лет массивно воздействовал на вас, установил... Забрал мою душу. Хорошо. Душу мы сегодня вернем. У меня другой вопрос. За это не беспокойтесь. Другой вопрос. Вы хотите ему вернуть все то, что он вам дал? Всю эту боль? Все эти переживания, все эти эмоции негативные за последние 12 лет, которые вы получили от него. Да. Хорошо. Да, будет так. Реверс закончился. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Арахноид, ты первый. Выходи. Вытаскивай всю свою паутину, иголки, все, что ты оставил в ее биополе. Возвращайся назад. Как ты воздействовал на нее? Что это было? Сдавливание, головная боль, мигрень. Что это было? Каша в голове. У нее точечные боли. Сейчас она виски показывает. У нее как прошиты там паутиной. Они. И паутина, не паутиной, вернее, а как иголки, но они пушистые. Пушистые, знаем такое. Это уже для моих глазах это... Он их вытаскивает. Это ты уже глумишься над душой. Не знаю, рахнует, не знаю, что с тобой делать. Шея, затылок. У него все в этих иголках. Так это она из-за тебя не могла повернуть голову? Из-за него тоже. Ну, паразит. Он все снял. Хорошо, сканер, просканируем на чистоте гуманоида. Есть ли еще какие-то чипы, которые мы не обнаружили, или какие-то другие подключки в ее биополе на чистоте гуманоида Сириуса? Пошло сканирование. Да, у него есть в глазах подключки. Вот, от тебя еще и зрение падало. Гуманоид, выдавливаем это все, выводи это все, отключая полностью эти чипы в глазах. И как они выходят, они летят в ту же клетку, где находится конструкция. Готово. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, ничего не забывай, возвращайся назад. Есть. Инсектоид, выходи, отключайся, вытаскивай 2 инкубатора вместе с креплениями, жидкость отсасывай, ничего не забывай, возвращайся назад. Как она это выдерживала все, не понимаю. Это очень сильное воздействие. Инсектоид готов. Синий джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, все подключки, втягивай в себя. Ничего не забывай, приступай. Колени у него же. Колени? Да, колени такие, как пыль. Он собирает и на ладошках. Готов. Демон, скажи мне, где находится лярва биополя Айры? У меня низ спины. От голова. От чего низ спины, объясни мне? Чего воздействие это было? Не спины, это конструкция гуманоида, вкрученные болты. Все понятно, отлично. Выходи, снимай сначала все, что ты оставил в ее биополе на месте, доложи мне, что ты все снял. Ты хочешь эти лярвы получить? Конечно. Хорошо, снимай, докладывай, я дам отдельную команду. У него на ногах были утяжелители, он снял их. Хорошо, разрешаю тебе снять все лярвы. Снимай, ничего не забывай, возвращайся назад. Приступай. У него со спины, вот, то есть на тонких телах, это полностью низ живота и низ спины, оно все этой лярвой. Кошмар. Ну, поэтому она и говорила, боли страшнейшей спине. И никто, ни один врач не поможет. А сейчас пусто, он снял лярву, из головы тоже снял. Идем дальше, сканер. Дай мне полноту души на настоящий момент. 92. 8% не хватает. Хорошо, идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию Айры с демоном, синим джином, инсектоидом, синим драконом, гуманоидом Сириуса, его конструкцией и арахноидом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово.
Подхожу к Айре, помогаю моей энергии осигнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Хорошо, проверку все прошли. Демон, джин, синий дракон и арахноид. Я сейчас открою два портала в дом, где живет Айра. Демон с джином уйдут в один портал, синий дракон с арахноидом в другой портал. За это время вы соберете все, что вы там оставили. Я приду, проверю. И если все убрали, отпускаю вас на вашу чистоту. Все понятно? Да. Открывается два портала в дом Айры. В один портал уходит арахноид вместе с синим драконом. В другой портал уходит джин и демон. Закрывая, печатая, растворяй оба портала. Готово. Инсектоид, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Ему понятно. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Он забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, Айра. У нас остался один гуманоид и не хватает 8% души. Вы готовы вернуть свою душу назад? Готово. Выстраивается сила намерения Айры. Канал прямой к частичкам ее души, где бы они ни находились. 1, 2, 3. Ставлю тебе монитор. Ты видишь, четко и ясно. Ее копия. Отлично. И реверсом забираем из этой копии весь биоматериал, все родные энергии. Все, что находится на частоте Айры, мощным потоком по праву она забирает назад. Пошел мощный поток. Мне вот, у нее там биоматериал возвращается. Вот эти краны, что стояли, они да. Щепляли частицы биоматериала. Хорошо. Эти места от них сейчас заполняются биоматериалом. И эта копия, она как складывается, пустая становится. Ждем пока. Отлично. Сила моего намерения сжигает этот канал. 1, 2, 3. Открывается воронка в галактическое ядро. И эти пепел уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру. Проверь полноту души на настоящий момент. 100%. Она говорит, мне жарко. Это ваши родные энергии. Это нормальное состояние. Хорошо, Айра. Возвращаемся к другой части этого разговора. Вы изъявили желание вернуть всю эту боль, которую вам незаконно принес этот гуманоид. Вы подтверждаете? О, да. Итак, сила моего намерения устанавливается. Это конструкция в биополе гуманоида. 1, 2, 3. Все эти болты входят в него. Этот чип входит на то же место, куда он установил у Айры. И даю команду. На счет 3 выстраивается прямой канал от Айры гуманоида. Она реверсом отдает весь негатив, всю боль, все, что она получила патогенное от этого гуманоида на счет 3 назад. За 12 лет в течение 1 минуты. 1, 2, 3. Пошел мощный поток, включая конструкцию на полную мощность. За 12 лет вся боль возвращается к гуманоиду. Он испытывает все эти ощущения, которые испытала Айра. Да, будет так, а так и есть. До 100%, не процентом больше. Сколько дал, столько получил. Он что-то скрипит весь, как пенопласт. Бывает. Если паразитом родился и ведешь паразитарный образ жизни. У него там лопается что-то внутри. Ему больно. Да, а как было Айре. Больно, она терпела. И он будет потому терпеть. Потому что боль накапливалась постепенно. А для него это шок. У него как внутренние молнии, разрывы идут. Закончится автоматически, когда вся боль вернется. Но он один, как одно больное место, стал готово. Отлично, хорошо. Сжигаю этот канал. Открываю воронку в галактическое ядро. Канал уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Снимаю с него эту конструкцию, переходит в соседнюю клетку. И я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, приветствую тебя еще раз. Гуманоид Сириуса, 12 лет, массивное воздействие, конструкция находится в клетке. Он получил откат по желанию клиента. Вернули 26% души, была одна копия. Я понимаю, что это желание клиента, но нам с ним трудно работать, потом мы ее все равно восстанавливаем, чтобы дальше вести какой-то процесс, забираем. Я понимаю тоже, но как он поймет, что это больно и что нельзя так поступать? Его забрали. Благодарю. Хорошо. Конструкция в клетке. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, конструкция уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Не дарить же мне ему цветы и не хлопать в ладоши.
за такие действия. Идем наша дальше. Наша работа разбираться с ним. Я понимаю. Хорошо, я приму к сведению. Благодарю за информацию. Идем дальше. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Айра, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Как-то мягко, я вибрирую. Это ваши родные энергии. После чистки вам надо будет работать дальше над собой. У меня вам... есть мягкость и нежность, и какая-то вибрация новая во всем теле. Это ваши родные энергии, которые вы, возможно, уже забыли, находясь под воздействием этих сущностей, которые так долго сидели в вашем биополе. После сеанса вам придется работать над собой, сбрасывать негатив. После этого выдавливать его из себя, вернее, выдавливать и сбрасывать этот негатив, заправляться энергиями, выставлять меркабу. Это все делается каждый день, вечером сбрасывать энергиями, утром заправляя, сбрасывать негативные вибрации, утром заправляетесь энергиями. Все это у нас есть на канале в видео, которое обучающее. Есть такое название под отдела, где эти видео стоят, и там мы все объясняем, как это делается. Кроме того, наш администратор Ольга перешлет вам дополнительную информацию на Telegram. А сейчас я вас возвращаю. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию аэровую систему биоробот Душан. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта,